Туризм – это путешествие с познавательными целями. И один из популярных его видов – туризм религиозный. Главное в нем – знакомство с историей святых мест, жизнью святых, архитектурой, церковным искусством. Объект религиозного туризма – памятники культуры, истории и религии. Ведь среди жизненных приоритетов современного человека нередко материальные ценности занимают лидирующую позицию. По этой причине в духовной жизни может образоваться пробел. Приобщение к религиозным ценностям – одна из попыток устранить его. Он подразумевает поездки по святым местам с познавательной целью. В Пинске достаточно святынь, что ждут своих паломников. Одна из них – костел Успения Пресвятой Девы Марии. Я не думал, что настолько популярен Пинск. Его можно смело назвать одним из самых посещаемых туристами городов Беларуси. Конечно, 10 лет работы здесь, в этом уникальном месте, в Пинске, в этом костеле, показал о том, что есть огромный поток туристов. Но я думаю, что может быть еще больше, потому что красота вот этого исторического памятника, уникальность этого места, она с каждым годом все больше и больше раскрывается. И я думаю, что те туристы, которые приезжают, посещают наш костел, они тоже являются своего рода тоже такими популяризаторами. Примерно каждый час где-то какие-то индивидуальные, там, или семья какая-то, или семейная пара, или друзья с какими-то своими родственниками, да, наши горожане, например, к ним кто-то приезжает, приводят. Вот, поэтому десятки людей каждый день проходят здесь через наш костел. Мы рады, насколько можем, настолько стараемся для всех открыть двери и по возможности тоже провести экскурсию. Францисканский костел – одна из главных достопримечательностей Пинска, одна из важнейших католических святынь Беларуси, памятник архитектуры. Весь ансамбль – один из крупнейших в стране архитектурных ансамблей стиля барокко. Считается, что к деревянным резным алтарям прикасалась рука и знаменитого резчика, мастера виленского резчика по дереву Яна Шмидта и его учеников. Ни доказать, ни опровергнуть этого не можем. Но все-таки ни один искусствовед не отрицает такой возможности. Гордость костела орган. Он пережил несколько ремонтов, последний в 2019 году. Виленский мастер Адальбертус Градицкий выполняет архитектуру органа. Она состоит из трех шкафов. Боковые шкафы наполнены трубами, и что характерно, наружные трубы, которые обычно в костелах играют роль декорации, они у нас звучащие. Трубы разного диаметра, разного размера, металлические и деревянные. Средний шкаф пустотелый для того, чтобы формировать звук, резонанс.
приезжая в Пинск, туристы, они идут в выходные дни сюда нескончаемым потоком. И очень огорчаются, если изредка случается такое, по нерасторопности, может быть, тех экскурсоводов, которые их обслуживают. Ведь здесь не только пинские экскурсоводы работают, а немало приезжих, которые не нуждаются в наших услугах и считают, что они правомочны проводить экскурсию по Пинску, с чем я крайне не согласна, как специалист турбизнеса, потому что это ухудшение, это упрощение туристического образа, художественного образа нашего города. И, конечно, к посещению такой святыни нужно относиться невероятно уважительно. Тем более, что и настоятель храма, и все его помощники всегда идут нам навстречу, и мы очень благодарны наличию дежурных по выходным дням, когда каждый может увидеть костел и как памятник барокко, и как бренд Пинска, и как святыню, связанную со многими знаменитыми именами и событиями. Он уникален тем, что таких древних, а тем более действующих органов в Беларуси больше нет. Фестиваль органной музыки стал одним из брендов столицы Полесья, привлекающий туристов. Органная культура, конечно, не ограничивается только ганзейскими городами, сконцентрированными вокруг Балтийского моря. Есть и другие места, где находятся шедевры, можно сказать, органостроения. Это как раз самое главное. И, конечно, благодаря своему органу, Пинск тоже теперь входит в число таких как бы органных, можно сказать, даже столиц. Потому что очень интересный здесь инструмент. Несколько раз он перестраивался, фасад сохранился аж с 18 века. Вот органы как бы менялись, и вот последний инструмент, построенный около 100 лет назад, оказался очень удачным. Замечательно звучит в этой акустике, потому что, ну, органы не существуют сами по себе. Очень важно, как бы, очень важно помещение, в котором они находятся. И вот в этом костеле и по объему, и по акустике орган как раз замечательно звучит. Орган не зря называют королем музыкальных инструментов. Его трубы могут заменить целый оркестр. В этом убежден музыкант Поль Альварес Вициана. Он родился в Испании, музыкальное образование получил в Германии. Сегодня гость работает в Штутгарте. В Пинске он дал несколько мастер-классов. Вдохновляющее место. Это особенно важно для музыканта, ведь мы вдохновляемся от эстетики места, где играем. В Пинском костеле очень интересный стиль, отличный от того, который я видел в Испании, в Польше. Красивая базилика. Такой в Испании нет. Патриарх Алексий II любил повторять: чем больше будет храмов, тем будет меньше тюрем. Потому что только через веру в Бога человеческие сердца обретают человечность. Немало сегодня туристов, которые стремятся посетить православные храмы Пинщины.
видим в последнее время, что людей, которые посещают православный храм, становится все больше и больше. Это не только люди, которые верующие, не только которые принадлежат православной церкви, но и представители других деноминаций. Допустим, даже наш храм, он интересен для рассмотрения, потому что из 16 храмов, которые были в 16 веке на территории Пинска, это единственный, который сохранился после советской власти. И наш храм тоже очень часто посещают и паломники, и просто туристы, узнают историю нашего храма, и узнают историю немножко вот православия на Полесье. Пинские свято-варваринские храмы, свято-варваринский женский монастырь насчитывают вековую историю. Церковь не закрывалась даже в годы безбожия. Храм великомученицы Варвары был в те времена единственным действующим. Вызывает интерес паломников и другие святыни. Интересные такие три иконы – Купятическая, Новодворская и Лыщинская. Очень интересная Купятическая икона Божией Матери. Она самая древняя из тех, которые явились на территории Беларуси, и самая необычная, потому что она в виде креста. Лыщинская икона, она вообще появилась нерукотворным видом за ликом Спасителя в прошлом веке, в начале. Религиозный туризм – это путешествие к религиозным центрам, святым местам, которые находятся за пределами привычной для туриста среды. Если говорить именно о туризме религиозном, то есть это когда люди посещают, невзирая на вероисповедание, могут посещать такие святыни, как вот наш, например, кафедральный костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, то есть там восхищаясь этой архитектурой, то здесь неважно, католики, это православные, это иудеи и так далее, они просто посещают, смотрят, интересуются, здорово. Если брать же паломнический туризм, то это больше уже говорит о том, когда люди едут по своим святым местам, касаемо уже своего, как я говорю, вероисповедания. Поэтому на сегодняшний день у нас, хочется сказать, что так как костел у нас находится, это в одном из самых красивейших мест города Пинска, исторической части города Пинска, он пользуется, конечно же, спросом, потому что он, еще раз скажем, это памятник архитектуры, действительно, это фишка, наверное, если можно так сказать, города Пинска. Для того, чтобы окунуться в атмосферу религиозного туризма, не обязательно ехать на самые дальние расстояния. Найти уникальные святыни можно в каждом, даже самом маленьком городе.